Первый этап заливки стяжки в квартире. Сорвали финишное покрытие. Сейчас уберем доски влаги, выгребем весь мусор подчистую. Все. Уровень пола у нас есть заданный всей квартире. Вот коридорчик остался на сладкое. Все, будем снимать. Все выгребем. Дальше покажем остальное. Постелили пленочку. Пенопластик сейчас готовим. Подрезочка пенопласта. Пленочку разровняем. Это квартира в один слой. Обязательно надо укладывать, чтобы соседей снизу не затопить. Будет у меня роличек, в котором показано, что бывает, когда соседи сверху льют стяжку без пленки. Пока вот так. Продолжаем снимать. Фиксировали пенопластик плёчками. Вот. Сейчас из профиля 20 на 28 установим маячки. Буду снимать по ходу пьесы, не прощаемся еще. Добавили фибру в раствор. Отсывать, засыпать будем отсевом ГПС. Растворчик. Сейчас покажу. Маячки поставили, секундочку. Вот. Вот маячки поставили. Вот таким вот образом. Ну вот, дальше покажу. Заканчиваем заливать стяжечку. Вот такая вот она у нас красивая, раскрасивая получается. Слой. Примерно 7 сантиметров, ну, местами доходит до 8. Но в любом случае, как бы этой плотности хватает. Стяжка армирована фиброволокном. Все будет крепко. Ну, по завершению покажу, что получится. Еще не прощаемся. Все, прошла ночь. Стяжечка застыла. Мы по ней уже ходим. Но нагрузочки не советую подвергать. Набора прочности еще не произошло. Крепенькая, ровненькая. Ну, все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал.